Матч начался. У нас уже 11-я игра Кубка Рождественская между Трехников. Сейчас посмотрим. Началась вторая сетка турнира. Первый матч для обоих команд. Команда Вистар темно-синим. Красная еще присутствует в цветах. Команда Титан. Ветер солдат в черном. Первый же гол на первых же скудах. 1-0 Титан ведет. Что-то номер забивает. Тренер. Солды. Сегодня состав у них боевой. Даже игрок из салюта. Владимир Овсянников, 9 номер. Играет за Солду. Нижние солды, игра за нижние солды, но сегодня вот у них такая сборная разыграть кубок Титан. Рождественский кубок. Уже определились два полуфиналиста. Команда Планта будет играть завтра со Светогором Краснодарск. Пишет Кир Краснодарск. Во второй сетке может тоже случиться, что будут играть какие-то иногородние. Спасибо. Иногородние команды. Сидиков, Артем Биваев начинает комбинацию. Получилось. Команда Вистар играет на чемпионате города. Там, безусловно, фаворит. Посильнее. Кейнс Миров улавливает. Артем комбинирует, отлично. Вот тут все читает Владимир Овсянников. Полифонев призывает команду играть в пасы. 98 номер. Хороший пас, выход 1-1. Голкипер тащит, потому что каркас работает. Отличный игрок. Может двоих крыльев обыграть. Мяч все-таки покидает площадку. Переходит к Титану. Хороший навес на Николай Ионки на удар. Казалось, мяч уже летит в ворота. Чуть не повезло. Баранки, чай. Парангиста. Слава Смоколина на ближнем, который обслуживает матч Антон Трофимов на дальнем. Максим Краев. Провел.
Илюшка. Вас привет. Что-нибудь ему накинуть, свою футболку дать, желтую хотя бы. Но с этим не согласен. Трофимов говорит, желтая футболка моя. Куда штанга выручает? Ручка пострадала в этом эпизоде, на ручку наступил. Извиняюсь, сейчас на не знаю. Надеюсь, она сильно не пострадала. Попадает мяч игроку Сильзантель, Ливерпуля, на рукавом. Вот уже нашли Мефодию, зеленую майку. И сейчас Махомин сейчас произведет смену состава. А смена футболки впервые на турнире. Евгений действует, отбивает. Кидает Мефодию. Ловит ее, вылавливает. И сейчас все будет честно. Не будет никаких путаниц. Розыгрыш, удар. Блокировка. Давай, Дима, давай. Верни. Леха, шире. Почти выстрел. Дмитрий Петренко забивает 20-й номер. Игрок из нижней Салды. 2-0. Все-таки из верхней, просто играет за нижнюю. Просто, да. Вот такие вот поправки. То есть все-таки он не из верхней Салды. Дима, ставь его. Но притворяется и играет за нижнюю. За металлу. Немного что-то прояснилось за сегодняшний рождественский турнир. Ну как, прояснились уже два полуфиналиста. И сейчас вот мы выясняем, кто же еще заберет два билета на гору белую. Мефодий уже в зеленой майке, посмотрим, принесет ему это удачу. Забежал гол. Голкипер, голкипер тащит. Мифу не играл, но вот в реальный футбол он всегда готов сыграть мини-футбол. Как выяснилось, голкипер еще играет в хоккее. Но не на воротах, а в центре там. Просто выдавливай, Фа. Надо узнать, выдавливал вчера в РХЛ. Другие призеры его не было. Смотри, киберспорт и спорт — это две разные вещи. Константин с мячом. Пас на Мефодия. Отличный раз в ворот. Мефодия с мячом. Удар ближе к девятку. Не точно. Замена. Дмитрий Петренко сел, поменялся. Артем Муравьев уже из магнита стоит в выходе. Готов. Иди выше. Когда точнее вступить в турнир, рождественский кубок. Две саудинские команды будут во второй сетке. Возможно, даже мы увидим саудинское дерби. Дерби верхней Салды в нижнем пределе. Ждем. Кажется, что у нас это 11-й матч. Сейчас предстоит 5-6. Больше половины турнира уже прошла. Закидушка. Мефодий принимает. Голкипер все прочитал, сыграл. Как нужно было в горах взять. Давай, Евгений. Нижний Тагил атакует. Мефодий. Потеря произошла.
мяч пролетел гораздо выше ворот, практически на балкон. Там уже 7 человек на балконе. Тает 8-го. С детьми даже кто-то пришел поболеть за любимый клуб. Минута пошла первого тайма. Счет 2-0. Пока что Титаны Зеленые Сады выигрывают. Пистов из Нижнего Тагила. Евгений Смирнов отбивает. На лавке у Пистара 4 человека, но вот из них двое даже не выходили, по-моему, на площадку. Удар, гол. Вячеслав забил. Фамилия как? Миско? Вячеслав Миско забивает. Второй гол, да, уже? Давай. Второй гол. Дубль. Дубль помогает Вячеслав Миско. С Невьянском он там уже ребята приехали. Александр Сергеевич. Сидит и ждет своей игры. Нарушение правил за 2 секунды. Дадут ли пробить судьи? Боже, что дадут. Голос! Голос! Стань, да! Вот куда! Так сядь не мог! С поселка Цементного. Вот ребята будут играть в сборной Невьянска. Коля, садись, Коля! Все сегодня борются за рождественский кубок. Победителем будет только один, никого третьего места. И он определится завтра на горе Белой. Не входит, разбегается, бьет выше ворот. Пока что зеленая майка ему не приносит удачи, тоже меняется сторонами. Автор дубля, Вячеслав Лисько, 4 номер. Лично воспользовался своими эпизодами, реализовал. И Стару пока чуть не везет. Момент есть, но реализации нету. Сжатиями. Мандрый старт. Подустали. Артем, как впечатление после первого тайма? Тяжело? Тяжеловато, говорит Артем. Парни, мяч. Кипер идет. Хоккеист, футболист. Вот. Гости из Невьянска, из Цементного. Сегодня тоже решили поддержать. Издалека приехали. На кубок. Попробуй. Занимает 22 номер, здорово. Как настрой на турнир? Я готов. Покаять. Две игры как минимум. Сколько? Две игры как минимум. Швейцарская система впервые, так что... Я готов на одну. Придется две. Я могу за вас играть, ты поснимаешь. Договорились? Вторую, нет? Ты лишь на одну только. Я сейчас эмоционально. То есть настройся на вторую все-таки. Все, верим в Невьянск, в Цементный. Поботятся ребята. Большая пауза. Матч продолжается. Все, полгода. Вот пятого тут лег спать. Трофимов готовил, видимо, сетку. Сетку готовил турнирную, поэтому не спал. Такая запутанная схема оказалась. Дальний угол.
выстрел Константина. Чуть не точно. Мифа, на нашем подыши. Призывает Мифу и отдохнуть. Все-таки зеленая манишка. Лишний груз. А то я вчера вот на этих лапах. Домой на руку собираешься, у меня задница. Там везде. Не съешь, не скажешь. Попустите меня. Попадаю Владимиру в спину, неприятное повреждение. 15 номера. Дмитрий Петренко снова в атаке. Комбинация. И каким-то чудом Вячеславу Мишко не удается подать хэт-трик. Идеальная передача была от Владимира Овсянникова. Обыгрыш между ног. Серия финтов. Штанга. Вот такая хитрая комбинация от Дмитрия Петренко. Пас на дальнюю. Не точно. И расчет его. Небольшие споры у Вистара, что пару человек не попадает в состав. Приехали просто посмотреть, как они по-дружески. Хорошо, что все-таки нужно быть добрее. Удар и гол! Гол забивает Владимир Овсянников. Игрок Салюта. Вот сегодня он выступает за Титаны. Идет меняться. Получает поздравление тренера. Игроков. Девятый номер, слушайте. Девятый. 13-й. Шумочка вышла. Евгений не попадает. Вот это чудеса. И Николай Озер, Николай Озеров, приятный комплимент. Люблю озерные города. Удар. Мимо. Уже счет у нас. И стало 4 забивать, чтобы вести матч в серии пенальти. Еще сегодня пенальти не было за всю игру. Здорово, Жека. Сенсация. С Алмазом всего 3-2 проиграли. И выиграли у Пи. 3-1, по-моему. За УПИ были все наши партнеры, бывшие Егор, Серега, Симона. Все, и УПИ вообще у них из УПИ никого не было, были все ветераны УПИ, лучшие игроки города. И мы их выиграли слабым составом 3-1, сенсация. Такое только в Рождество бывает, чудеса. Небольшие Так что если бы ты был, мы бы еще и УЗ выиграли, но УЗ уже у нас не хватило, 5-2 проиграли. Спасибо, Жека. Что? У нас? Удар в этот момент забивает Евгений Марков. Счет у нас 4-1. У нас играли из Лас-Пальмаса голкипер. Из Барселоны Миша играл. Вот он сенсацию сотворил, игрок дня сегодня. 2 забил, купил. Там вообще чудо голы, всю команду обвел, голкипер в домик попал. Ми-
Миша, Миша, ты знаешь, Рахимов? Вот, 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 вообще классно, надо его привлечь, кстати, за нас. Ага. И из Ливерпуля потом еще потянулся Александр Черезов. Потому что у нас была сборная из разных клубов составлена сегодня. А? Не понял. У нас, да, у нас три игры мы сыграли. Ага. Давай, 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 давай. Спасибо, Жека, давай. Следующий тур 27 января. 27 января, следующий тур. Ага, ага, давай, Жека, с наступающим Рождеством. Еще у нас телефонные разговоры во время трансляции, что не поделаешь. Игрок команды «Мечтатель» был, интересуется, как всегда родной клуб, куда прошли, ехали, связался на белую. Удар Дмитрия Петренко в пустой угол, не попал. Вынос мяча. Еще не зато он навел. Ой, заканчивается. Сатана. Вернемся к матчу. Еще 4-1. 4 минуты еще есть. У Вистала, чтобы забить 3 мяча. Задача очень сложная. Через девятку мяч не угодил. Игрок Челси, Челси играет за ССТ, за Челси. Александр Захар попозже сегодня тоже на путевку за все команды. Повреждения, Мефодий спалил, извиняется. Пока что зеленая манишка не приносит ему удачу, не удастся отличиться. Забить не удается. Отложенный фол. Три минуты до конца матча. 11-й матч. Еще 6 нам предстоит. 17 игр, 14 команд. Вот такой интересный же рождественский кубок. Ну, сейчас смотрю, конечно, его вживую. Но можно и посмотреть трансляцию. У кого не получается. Капитан Союза подключается. Заполнил заявку. Это сегодня не очень обязательно. Удар, гол! Забил, похоже, снова Вячеслав Мисько. Хэт-трик, хэт-трик у нас в матче. Я ничего не упустил. Да, похоже, это он все-таки по 4 номер. А нет, все-таки шоты 13 номер. У игрока Салюта Владимира Овсянникова. А футболка 9-го. Я не ошибся. Я еще встаю. Готов заснять, комментировать оставшиеся 6 игр. Все в порядке. Вот, 13-й, 9-й номер. Два номера. Одновременно у игрока. Такое редко встретишь. Ну, даже с тобой ничего не поделаешь. Чудеса. Комбинация и... Классно все разыграли, чуть-чуть не хватило взаимопонимания. Удар, такое касание с подкруточкой. Евгений провел, 10-й номер, не точно. Thank you.
так, на диагонали идти. Александру. Неправильно подсказывал, немножко Александр не дошел до туда. Так бы был гол. Комбинация хорошая была. И Коди набирает скорость. Удар. Голкипер реагирует. И тут голкипер показывает мастерство. Смену игры с ними. 37 секунд до конца матча. Аж повреждение, собственно, игрок наносит Виталию, 11 номеров. Дриблинг, удар, блокируется Константином. Шла Миско, будет действовать в обороне. И только три глаза забил, но еще в обороне. Успешное действие. Круг матча, похоже ему. Придется вручить. Озвучить. Все, конец матча, да. Шла Миско, четвертый номер игрок матча. Была повержена Вистар. Ну, так кто не посвящал систему. Все, есть второй шанс. Уже продолжение турнира. Спасибо за внимание. До свидания. Дальше.